выпрямила. Расстегни куртку. Можно я сфоткать самолетом? Давай сфоткаю. Какой интересный самолетик. Форма. Нет, давай посмотрим. Давай посмотрим. Что это? Этот самолет называется «Красная стрела». И, там еще... и вот такой костюм. И там еще было синий. Тебе нравится здесь? Да. Вот это хвост в разрезе самолета. Тоже целый самолет. Поедем на этой штуке сейчас. Ну, дети летали. Какая красивая форма. Все очень интересно, но про все нужно читать. Мы пришли с компании, тут никто не будет ждать меня, что пока я постою, почитаю тут все. Какие-то антенны или чего они нужны, непонятно. Антенны эти, оказывается, радары для ночных полетов. Какой черный. Это чей костюм, Мила? Кто носил такие костюмы? Не знаю. Пилоты. Тут написано. Ночные летчики. Летчики? Найт. Вот летали на таком красавце. У этого почему-то нет внутренности. Тут у него пусто. Вот такой вот кабине маленькой. Внутри. Получается, сидел человек. А вот это вот оружие. Примерно вот так это выглядело. Вот внутри человек сидит. Вот. Вот это вот дуло какого-то оружия. Этот огромный.
Вот это вот одно сиденье в кабине для пилота. Там такая штукенция. Пулеметы? Там они говорят, что это пулеметы. Я в оружии не разбираюсь, не знаю. Тоже какая-то пушка. Классненький. Малыш. Маленький. Интересно. Здесь стоят модельки. Мини-версии самолетов военных. Армен, как тебе нравятся самолетики? Мы зашли в другой ангар. Вот танк такой. И наверху висят. Тут тоже самолеты. Внутри вот самолета. Вот это сиденье пилотов. Это дополнительные еще два. Вот это русские. А вот настоящие. Это были модельки. Настоящие. Какой военный. Вот тут даже бомба висит. Такая огромная. У этого тоже вот бомба висит. С одной стороны, с другой стороны тоже, наверное, висит. Какие ноздри огромные. Размер человеческий. А вот это бомба. Видите, внизу какой танк. Вот этот огромный. Больше, чем с которым мы фоткали. До входа стоял. Ну там еще один танк стоит. Там дальше еще один. Эти самолеты тоже очень большие. Узнаете? Только почему они в виде матрешек? Мне не очень понятно. Тут немножко видно внутри. Вот это хвост, а вот там кабина, нос самолета.
это танк, как выглядит внутри. Внутри я сейчас показываю. Вот этот аппарат, я даже, ну не знаю, может быть это и машина, можно назвать так. Это разминировщик, он мины искал. Мне надо все самолеты смотреть. Это вертолет, не самолет. Кто большой? О, какая у него пушка тут стоит. Вот что у него внутри. Пулемет. Еще один вертолет. Такие огромные. Ты нашла? Да, красный. Крыло второе. Да. Какого цвета? Красный. Красного цвета? Да, я... Лампочка красного, да, цвета? Да. С одной стороны синяя, с другой красная. Вот красная лампочка. А с другой стороны этого самолета. На крыле была синяя лампочка. Это у меня Милана так смотрела, когда она видит самолет с земли, летит по небу. Она говорит, он мигает, красная, зеленая лампочка или синяя. И показала, где мигают лампочки. Смешной такой. У него как будто правда лицо. Да, Милан? Ротик вот внизу, усики, носик. Крылья у него так сложены, интересно. Еще один вертолетик красивый. Вот такой кабриолетик трехместный. Нравится, Николь? Хотя бы такую машину себе. Крутая, да? Land Rover, смотри. Кабриолет. Классный? Не. Интересно. Наверное, на снег садится. Лыжи у него тут вместо колес. Вот какой бедный, уставший весь. После полета, наверное. А вот этот мне напоминает... Кого тебе напоминает из животных? Напоминает кого-нибудь вот эта машина тебе? Мне она почему-то кита напомнила. Не знаю, почему. Похоже, мне кажется, на кита. Который сказал, похож на кита. British Airways. Комета. Называется. Тоже большой. А это что такое? А это маленький. Самолетик маленький. Этот маленький называется бульдог. Названия такие смешные. На нем учились. Он для тренировок. Ну, мы почти закончили. Вот на улице осталось один. Вот там второй. И вот тут третий еще большие такие самолеты. Вся наша компашка. Сейчас отведем детей на площадку. Здесь есть площадка. Просто они побесятся. И мы поедем домой.
подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Пока!